Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет такой, новогодний влог. Покажу вам новогодний стол и вообще, как мы празднуем Новый год. Я уже навела себе красоту. С утра сделала масочку для волос, для лица. Сделала вот такой макияж, просто стрелки. Немножечко затемнила складку, мне кажется. Ну, я вообще обожаю, кстати, такой макияж, когда у меня очень такие прям черные, яркие глаза. И... Ну, пока никак не красила губы, у меня есть бальзам на губах. Вот, в общем, вот так вот. И накрутила свои волосы. Сейчас они у меня в таком немножко состоянии, растрепанном. Я их буду уже более-менее укладывать перед самим новогодним столом. Значит, у меня вот такая плойка. Я покажу сразу. Ремингтон. Вот такая конусная. Я как завиваю волосы, я ее ставлю, кстати, еще сразу покажу термозащиту, у меня вот такая вот керастаз, мне она в принципе нравится, мне кажется, неплохая термозащита, у меня тут, кстати, совсем чуть-чуть осталось, но в последнее время я очень редко что-то делаю с волосами, потому что я знаю, что они у меня будут обламываться, это 100%. Вот у меня, видите, такие как бы, не совсем разобранные еще кудряшки. Я их просто сейчас заплету в такую легенькую косу. И вот здесь вот я просто закалю от лица, чтобы они мне не мешали. И да, вот такая плоечка. Я ставлю ее на температуру 180 градусов. И буквально там, я не знаю, просто пару секунд, чтобы у меня были вот такие легкие волны. Мне так нравится намного больше. Так прическа кажется намного объемнее. Но у меня, кстати, есть такой один, лайфхак, наверное, для причесок. Я верхние волосы, точнее, не верхние волосы, а вот здесь вот у меня волосы короче, чем вся моя основная длина, да, то есть у лица, который короче. Это мои 150 челок пытаются отрасти. И я у лица, и также где-то вот отсюда волосы, то есть как бы от макушки, да, вот эти верхние волосы, я их завиваю в более крупный завиток и делаю более такие мелкие прядки, беру. Тем самым они получаются как бы вот в этой части более объемные. Ну, по крайней мере, у меня так получается, и мне очень-очень нравится. Я, кстати, все время, когда готовлюсь к какому-то празднику, я с утра встаю, вначале привожу себя в порядок, потом иду готовить. Вот так вот. И пока я себя, кстати, привожу в порядок, мои мужчины обычно мне помогают по дому, они убираются у меня. Сейчас у меня часть из них спит. Я не спала, потому что я навела красоту, и мне что-то было так жалко все это дело портить. Так что сейчас идем готовить вот такими красивыми. Вот таким вот образом я убираю волосы. То есть я их, видите, вот здесь вот просто, закрутила, можно так сказать. И сзади заколола такой небольшим таким крабиком, чтобы они просто у меня не лезли в глаза. И потом я их распущу и немножечко как бы, прочешу, скажем так, руками. И будет красота. Я люблю очень такую прическу. Я раньше очень часто себе делала, подвивала волосы всяческих там, укладывала. Сейчас, конечно, сейчас уже, так как они у меня поврежденные после такого... таких манипуляций с волосами, они мне этого не простят, завтра это точно. Завтра я буду купаться в тазу масла для волос, в общем, чтобы мы будем их восстанавливать после прически. 4, 5, 6, 7, 8. Все, 8. Смоленская, не моя. Покупать будешь? Да. Сколько стоит? Сколько? 280. У тебя деньги есть? 200. Да, он просто 500 дает, может, все. На. Нет, 280, да? Это 220. Так, сначала положим. 220. Да. Я плохой. Я хожу. Да. Вот мы уже все приготовили. Это наш новогодний стол.
получился очень даже, мне кажется, очень даже неплохо. Здесь я запекла куриную грудку с сыром. Это у меня грибочки тоже с сыром. Рыбка, салат оливье, язык, овощная нарезка, мидии. Делала еще вот такой рулетик тут с колбаской и с сыром. Оливки, колбасная нарезка и икра. И еще сюда добавим шампанское. И сейчас уже около 10 часов. Мы будем уже садиться за стол, потому что у нас детям уже не терпится. Так что вот такой вот у нас получается новогодний стол. По мне так очень даже неплохо получилось в итоге. Так что будем кушать и потом пойдем на улицу. Вышли выпускать фейерверк, да? Да. Боишься? Буду стрелять. Да. Да. Боюсь. А я не боюсь, я буду стрелять. Боишься? Нет, боюсь и плачу. Не надо плакать и бояться. Пёсина с нами. Собакина испугалась. Да, бедная Боныч. Боныч сейчас. Ой, Даня, куда ты, дурочка? Ура, надо кричать. Ура! Ура! О, маленький у нас боится там. Вместе с Собакиным стоит. Ничего себе! Держи. Да. Кто нам это все? Смотри, сейчас улетит. Ура! У нас такая красота! О, бенгальские огни! Ура! Ура! Я сгорела. Вон папа поставил, смотрите. Маленький наш боится. Зато собака не боится. Две бояки. Чай папа делает. Он огонечек зажигает. Ты где-то стреляешь. У нас такой снеговик тут. Больше не боишься? Одного, Триша! Да, классно! Нет, вторую нет! Вторую не будешь? Я делаю портал! Я тоже! Бояка! Кому надо? Мне! Так, можно я поставлю? Поставь! Сразу три! Поставь! А вот так, втыкай. Можно мне еще? Разошелся. Я поставлю. Долго ждать. Ура! А ты что не кричишь? Ура, кричи! Ура, кричи! Вот уже наступил 2019 год. Я желаю вам счастья, любви, исполнения самых-самых сокровенных ваших желаний.
И хочу поблагодарить вас за все поздравления, которые вы мне оставили в этот день. Я все их прочитала, постаралась всем вам ответить. Сейчас на часах уже 1:30, и мы ложимся спать, потому что у нас уже устали очень сильно детки. Они, не знаю, перевозбудились, можно так сказать. Я тоже дико, на самом деле, хочу спать, потому что к нам приходил Дед Мороз в ночь с 30 на 31, потому что у нас детки составили прямо целый план перехвата Деда Мороза. Вот. И чтобы не быть пойманным, он пришел чуть-чуть пораньше к нам. Поэтому я гуляю с 8 утра, нас разбудили дети с криками и визгами, что под елочкой оказались подарки. В общем, на самом деле день прошел просто замечательно, и я очень сильно устала, поэтому тоже сейчас можем будем уже ложиться спать. Детки уже почти спят, я буду смывать всю свою красоту. И я надеюсь, что ваш праздник прошел так же замечательно, как и у нас. В кругу семьи, родных и близких это, не знаю, самое лучшее, что может быть. Я вас очень сильно люблю, я... Благодарю вас за поздравления. У меня никогда не было столько поздравлений в Новый год, сколько в этом году. И я безумно-безумно счастлива. И желаю тоже вам, чтобы каждая ваша минута, каждая секунда была наполнена просто, не знаю, счастьем, любовью. Я вас очень сильно люблю. Не забывайте подписываться на мой канал, оставляйте свои комментарии, как вы провели Новый год. И до новых встреч!